В микрорайоне Улы-Дала в строящемся парке прошла акция по посадке деревьев «Жасыл желек жердин көркі». В ходе мероприятия аким области Ербол Карашукеев, градоначальник Бахчан Орынбеков, представители интеллигенции, молодежь и горожане высадили в парке первые саженцы деревьев. Еще одним примечательным моментом является то, что гости из Таласской области Кыргызской республики также приняли активное участие, тем самым внесли свой вклад в данную акцию. Подробнее в следующем материале. В целом, парк, который будет построен в микрорайоне Улы-Дала, станет одним из первых, которые будут построены в Таразе за годы независимости. Сегодня здесь проживает более 50 тысяч человек, поэтому особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и озеленению данного микрорайона. Общая площадь этого парка составляет 10 гектаров. В ходе мероприятия было посажено около 1000 саженцев деревьев. При правильном уходе за посаженными деревьями и в целом за парком, данное место обязательно станет центром досуга местных жителей. Стоит отметить, что целый год ответственность за целостность посаженных саженцев несут подрядчики. Поэтому сегодняшняя работа была проделана не впустую, выразил уверенность аким области. В принципе, качество саженцев на должном уровне. Новый аким города также отметил, что подрядчикам, поставившим эти саженцы, мы заплатим только через один год, то есть после завершения гарантийного срока. Это правильный принцип. Если посаженные сегодня саженцы не вырастут в следующем году, то эффективность работы будет на нуле. Поддержание чистоты города – это прежде всего задача самих жителей. Так что давайте будем выполнять эту работу вместе. Планируется посадить около 4500 саженцев деревьев, в том числе 600 сосен, более 200 европейских елей, более 300 различных сортов тополя, катальпы, туи, клена, гортензии, сирени и других деревьев. Данасамат Азамат Бескенов, 77 Ньюс.